тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Меня зовут Милюкова Ирина Георгиевна. В органах внутренних дел я служу с декабря 2014 года. В ОМВД России по Артемовскому району я служу с декабря 2016 года в должности помощника оперативного дежурного дежурной части. Я хочу рассказать о своем прадеде Алексееве Родионе Алексеевиче, о котором, к сожалению, в нашей семье сохранилось очень мало информации. Я знаю, что он родился в 1905 году в поселке Зайковский Ирбитского района Свердловской области. Число и месяц рождения, к сожалению, утеряны. В 1942 году он был призван Зайковским реввоенкоматом Свердловской области Зайковского района в армию. Боевой путь прошел в составе 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии. Дошел до Берлина. В 1943 году мой прадед был пленен по причине тяжелого ранения. В 1944 году он был освобожден и продолжил свой боевой путь также в составе своего родного 100-го гвардейского стрелкового полка. Дошел до Берлина. Был награжден медалью за отвагу в 1945 году. Во время тяжелых боев за Берлин он ликвидировал 3 фашистских захватчиков и взял 1 пленного. Я горжусь своим дедом. Он прошел нелегкий фронтовой путь. Также он прошел нелегкий трудовой путь, будучи тяжело раненым на войне в селе Стриганское Ирбитского района Свердловской области, куда вернулся после войны. Вскоре он умер. Мы любим своего прадеда, хотя и совсем его не знаем. Я помню, я горжусь, служу России.